Ну, да. Никого. Живе, спрыгай, да? Ага, как никого. Как никого? Вот он. Да ты что? Вот тебе и никого. Вот он. Мы решили никого. А он он в наледи купается. Не хочет, сопротивляется. Давай, всем шой, такой слушай. Привет, Маша. Здравствуйте. Что вам нужно? Люди, отпустите меня обратно. Как он медленно уползает. Привет, красотулька. Второй. Поспали, поели, собираемся на рыбалочку. Печечка у нас готова. А у Рича своя рыбалка, кажется. Рича ловит рыбку маленькую. Там мы нашли валежник. Береза очень плохо горит. Точнее, горит хорошо, но она то ли сырая, то ли... В общем, всю ночь промучились. Поэтому сейчас мы с Анечкой идем. Мы тут вчера протоптали немножко. Здесь вообще идешь по пояс. Снегу навалило. Ох, не пробить. Давай, солнышко, до того дерева доползи там. Там и пильнем. Ага, пильнем. Выбраться бы. Вон валежник лежит. Ладно. Красота неписаная. Так, осторожно. Ветка, нагибаемся. Пробираемся по колено в сугробах. Нам еще таким макаром 2 километра. Отправила нас злая мачеха за подснежником. Говорит, идите и не возвращайтесь. Вот мы и идем. Да, ну вот, смотри, какой классный, сухой вообще. Он уже давно полусгнил. Вот мы его сейчас завалим и заберем обогреваться. А? Под нами еще что-то, какая-то валежка. Отлично. Красота. Скажешь, сейчас 12 месяцев как выскочат. Ага. А, тут уже вон снег, смотри. О, мох. Как, какая шапка вверху. Вообще там такая крона красивая. Давай, Анечка, ты можешь? Ага, вот зацепилась. Оттуда вот теперь ее приподнимай. Давай. Вокруг тебя одно гнилье. Да, я думаю, что, слушай, наверное, не пойдет, оно все сгнило. Ну, какая-то часть пойдет. Сейчас. Тут короеда добыть можно. Короеда? Здесь рай для этого. Жучка? Вот носика, который. Ага. Давайте. Заходи на рыбалку. А я дровишков порублю, которых мы собрали. Березовый сушничок нашелся. Ты потом кастрюльку поставь, ладно? Хорошо. Только крышку открывай ее. Хорошо. Что, идем на рыбалку? Жуцов взяли? Да, жуцов так, взяли. Так, корыто тебе, да, освободить? Да, корыто. Ну, мы далеко не пойдем, потому что там налито, а там мы подойдем. А потом вместе пойдем, еще раз. Не, потом дальше по наледи пойдем. 2 часов пойдем. Ну, я штаны снимать не буду, так как мы починили их. У меня разошлась молния и отломалась с ледышкой. Поэтому пришлось экстренно чинить штаны, иначе я без них не доеду домой. Молния, нога открыта будет.
Динара, ты можешь посмотреть? Может, увидишь, там что-то горит, нет? Не видно. Видишь? Дымка. Дымка. Ладно, Ричи, пошли, жерлицу поставим. Так, а где она? О, самое главное, чуть мы не забыли, что туда идем. А вон надо поставить. Пойдем сейчас рыбки поставим. Жерлицу, которую я таял. Бай-бай. А, пока. Несите такую. Такая тишина. Прям выключаешь голос. И непонятное ощущение, звук какой-то. Что-то где-то, может быть, гудит, что-то где-то. Вообще классно. Ни ветра вообще. Ощущение, что даже где-то оглох. Бам. И только топор разрывает звук. Тишину этого леса. Друзья, пришла на утреннюю проверку. Сбитые живцы наши, слышу, что-то жужжит. А это, оказывается, опа, муж за мной такси прислал. Наблюдает отсюда. Такси вызывали. Друзья, вот тут была лунка. Смотрите, что. Ой. Вон, смотрите. Целая майна прям. Где-то тут лунку мы пробурили. Вот. Прям живая наледь. И вот так вот мы шуруем по всей этой, по всей воде. Вот. Для тех вот дальних жерлиц. Вот. Как будем выбираться с озера, понятия не имею. Вон, видите, что, выхожу и тут же проваливаешься. То есть вот она вроде схватила за ночь, но все равно. Так что вот, друзья, что нас ожидает. Трудовой путь домой. Супер экстрим. Ой, смотрите, закусила мне сапог. Все, сейчас я упаду. Держите за меня кулачки, чтоб я пришла. Ага, вот все. Вот как-то так бродим. Понятия не имею. Ну вот прямо по колено. Я ночью шла, утром точнее проверяла жерлицы. Запуталась по пояс. Вот идешь по пояс, как провалюсь. Ой, какая печалька. Но зато смотрите, какую мамку я словила. Вот не знаю, тут видно ее. Ты-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Тик-тик-тик-тик-тик. Большая-пребольшая. Ты боишься? Смотри, где рыбка? Где рыбка? Ну что, друзья, у нас Анечка сходила сегодня на рыбалочку с утра. Пока я тут на самолетике, вертолетике летал, Анюта решила поймать щучку. И сейчас мы ее взвесим. А ну-ка, доставай трофейчик. Опять я доставаю. О, друзья, смотрите. О, смотрите, друзья. Вот такая мама, такая рыбка. Слушай. Вот так, вот так. Это у нас хороший трофей. Так, надо, чтобы она не мучилась. Видишь, так, давай-ка ее сейчас быстренько взвесим.
держи. Ты на пол опусти. Так, щучка завесила ровно на 4500. На 4500. Ты види. Но я сейчас надумала больше. Какая красотка. Ну, даже 4500 выглядит очень внушительно. Прям... Очень внушительно, даже чересчур внушительно. Расскажи, как ты ее достала? Ой, друзья, прилетел ко мне муж на такси, на дроне. Я слышу, что-то там жужжит, а у меня флажок. Ну, я такая... Ладно, на дрончику помахала, привет. И давай ее тащить. Она едва-едва зацепилась, вот буквально за вот это вот основание. И под наледь, очень много наледи мы покажем. И под наледь заводит. Потом вообще вот так вот в лунку по концовке выгнулась. И думаю, ну все, я ее потеряла. Я ее, можно сказать, уже без ничего вытащила. Чисто вот успела за голову подхватить. Так что вот, так, вот такая шикарный трофей. Шикарный трофей. Жаль, я не присутствовал рядом. Я как раз в этот момент... Ты на такси облет делал? Перелетывал. Перелетывал. Да что ты так смотришь? Ну, посмотри себя. Прям в камеру. Говорит, поснимайте меня, поснимай. Ты понял, Вича, что ты герой или актер малого театра? Ну, куда ты? Оператор, юный оператор. Ну вот, у нас, я вовремя полетал, как раз солнышко было, и вот внезапно только самолетик вернулся. Самолетик только вернулся, и снег пошел, и солнышко исчезло. И вот у нас так все прекрасненько. Сейчас мы отдыхаем. Сама. Ух! Нашли у нас, опа, и флажочек. Друзья, флажок стоял один, теперь второй. И пока не оборвало мне вообще нитку, надо срочно поднимать. Дергает прям что-то такое неимоверное. Не знаю что. Сейчас мы с вами посмотрим. Подарок к 8 марта выскочил для вас, милые дамы. Шикарная щучка. Замерзла, размотка есть, а уже пару часов она стоит. Это размотка. Что, ты балуешься, наверное? Да, ты балуешься? Надо додолбить до конца. Нет, ты балуешься, ты что-то придумываешь, как мне говоришь всегда. Так. Фокус. Фокус. Ух ты, какая она. Шальная императрица. Ушла. Ушла. Наледь ушла. Так, ну, ту я упустил щуку, она расстегнула нам карабин и свалила под наледь. Ушла под наледь. Под наледь, да. Мы ее хотели вытащить, видим ее, но куда-то она под наледью шуганула. Эту решила Анечка сама доставать. Свои подарки достаю сама. Доставай сама. Давай. Тащи. Свои подарки доставай сама. Молодец. Ну вот, эта лунка была вся раздолбанная. Мы сначала сюда убрали. Да, наледью размыта, но замерзла, и мы ее восстановили. И вот щучка пришла. Отлично. У нас флажок. Мочи нету, как надо посмотреть. Я вот два все тут отдолбал.
О, полная размотка. О, есть, 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 есть. Так, сейчас я тороплюсь. Поднимаю. Ай, тю, нифига себе. Дайте мне, пожалуйста, пешваночку. Я тут сейчас еще доработаю. Так, что-то обвить надо. А то нитка. Левой рукой не с руки, конечно, но кому это мешает? Мне еще пару рук, пожалуйста, можно выдать. Верите, нет, я справлюсь. Придержи хорошо. Так, я повела. Что-то хорошее сидит. Очень хорошее. Очень хорошее. Так. Очень. Ох. Глубины тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й, какое оно хорошее! Какое оно хорошее! Отличный экземплярчик. И все, слушай, вот смотрите, смотри, за вот эту. За усик, держи. За усики прям вообще еле-еле берутся. Вон. Да что ж ты будешь делать-то, ты такая? Вот, смотрите, прямо. Усик едва-едва взят. Во, во, за усик. Еще чуть-чуть. И на маленькие крючочки. Да. Не обязательно сюда огромные крокодилы. Да. На маленький крючочек схватил, отлично. Еще впереди ждет два флажочка, Аня. Вот, видишь, вот прям. Ночь. Наступает вечер. Такая вот у нас тишина. Палаточка вся уже в снегу. Рыбка тоже. Короче, пошел снег. Ах, я только вернулся с рыбалки.